средние века Нягань была известна как процветающий пиратский город. Наш стем об основателе нашего города, бесстрашном морском волке, надежном человеке, капитане Димке Воробьеве. Итак, пираты Баренцева моря. Боцман, смотри, там дельфин по правому борту. Шмальнуть по нему из всех орудий. Зачем? Ненавижу его творчество. Капитан, капитан, улыбнитесь. Так, где Толик? Болтается на рее. Вечно он где-то болтается. Боцман, продать швартовый. Капитан, у вас какие-то неадекватные команды. Что? Упал, обнялся. Женщина за бортом. Женщина у борта. Женщина на борту. Пойду-ка я паруса подниму, а то что они на палубе валяются? Капитан, капитан, улыбнитесь. Опа, гам-гам стайл. Какой отвратительный голос. И какой соответствующий голосу человек. Я так долго тебя искал. Я пряталась, как могла. Я тону в твоих глазах. Не беспокойся, там не глубоко. Простите, не хотелось бы вас перебивать, но, капитан, женщина на корабле — это как брак в 16 лет. В смысле? Ничего хорошего. Да это все суеверие. Капитан, я видел, как чайка села на мачту и унесла ее в море. Да не переживай, поиграет и вернет. Капитан, мы тонем. Если что, я сижу в первой шлюпке, сразу за крысами. Обещай, что не бросишь меня. Не беспокойся, я надежный человек. А с виду и не скажешь. Земля! Женя, я хочу это прекрасное место назвать в честь твоего имени. Но местным племенам эта идея не понравилась. Они четвертовали надежного человека и его спутницу. А место так и называется Нягань.